пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной. При этом пообещали, что штрафы за отказ от добровольной вакцинации будут не выше, чем за нарушение добровольной самоизоляции. Так шутят белорусы. А теперь я хочу поговорить серьезно. Меня зовут Валдис, и я расскажу вам про случаи злоупотребления мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции для преследований активистов. Например, случай с Александром Милюком в Гродно, когда сотрудники милиции хотели попасть в дом под предлогом того, что он является контактом первого уровня. При этом в целом отмечается значительное снижение случаев проверки соблюдения самоизоляции, что может служить доказательством политической мотивации в случае с гражданскими активистами. Отдельную обеспокоенность вызывают сотни случаев задержаний, которые произошли 19, 20 июня и 14 июля в разных городах Беларуси. Сотрудники милиции задерживали людей на улицах и без мер предосторожности погружали их в служебные автомобили со многими другими незнакомыми людьми. Содержали их в машинах и отделениях внутренних дел по несколько часов без предоставления средств индивидуальной защиты и мер физического дистанцирования. Риск связан с тем, что неизвестно, были ли среди задержанных и сотрудников милиции люди с вирусом. Внутри учреждения наблюдалось злоупотребление рекомендациями в отношении задержанных по политическим мотивам. В частности, недобросовестная, вредная и унижающая процедура обработки помещений с использованием хлоросодержащих веществ. У многих политических активистов вообще конфисковывали средства личной гигиены и выдавали только 1 литр холодной воды в сутки. Не говоря про то, что после выборов 9 августа людей садят по 50-60 человек в камеры, рассчитанные на 4-8 человек, не дают воды, еды и даже сходить в туалет. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.